Мужчина, не помню, знакомый или нет, поймал на улице летучую мышь и несет мне показать. Я плачу и кричу, очень боюсь, прошу убрать ее от меня. Вроде выпустил. Натали. Привет, Натали. Ну, я вижу по аве, что вы не на новенького, что вы уже давно на проекте. Вы помните, что я думаю, что даже если только на краю сознания такая информация, что летучие мыши практически всегда это негативный символ, и он указывает на какие-то плохие известия. Когда присутствует страх, боязнь смерти, боязнь того, что вы пострадаете из-за событий, которые произошли, сами по себе они черные, и плюс к тому они могут нанести вред. Вот поэтому символически через них всегда показывается какая-то плохая ситуация, которую человек будет бояться. Вот этот мужчина, которого вы встретили, ну, раз вы не помните, знаком он или нет, значит, мы эту информацию просто не будем сейчас, ну, анализировать. Но точно так же в реальности от какого-то мужчины вы узнаете какую-то информацию, которая вас очень сильно испугает. И он, вот смотрите, он поймал ее на улице. Улица – это социум, это не то, что внутри дома, это не конкретно какой-то коллектив. Потому что, допустим, если бы это было определенное здание, вы бы понимали, к какой конкретно сфере жизни вашей это относится. А улица – это внешние обстоятельства, это просто люди, народ, социум, что-то там, где-то, то, что не касается вашей внутренней жизни. Так вот, точно так же какой-то мужчина принесет вам известие откуда-то. Оно не будет касаться лично вас, но он постарается вас напугать, а вы будете ну, пытаться донести до него, ты лучше меня успокой. Вот примерно так. Вроде выпустил. Короче говоря, вот это то, что он вроде выпустил, это значит, что он не станет дожимать вас эмоционально, когда будет рассказывать о каком-то негативе. Но здесь то же самое, вы знаете правило, что если сон для вас нормально закончился, это значит, точно так же будет ощущение страха перед каким-то событием, но самого события не будет.